После скандала в самолете Анастасия Волочкова все-таки нашла в себе силы и поблагодарила Аэрофлот за то, что всегда хорошо ее обслуживает. «Мне не хочется, чтобы из-за какого-то Ивана, докопавшегося до меня на борту из-за спущенной маски с лица, у меня изменилось отношение к этой компании. Все в нашей жизни решает человеческий фактор. Я всех вас люблю и хочу пожелать добра и любви истинной и настоящей», написала Волочкова в своем инстаграме.